Наш район – це здоровый образ жизни. Еще одно доказательство тому – детские спортивные игры «Спорт против наркотиков». В этом году в них приняли участие порядка 300 славянских школьников. Кто сражался за победу упорнее всех, вы узнаете из репортажа Надежды Неткачевой и Игоря Ванчугова. На протяжении вот уже нескольких лет в Славянске на Кубани стало доброй традицией проводить детские спортивные игры «Спорт против наркотиков». На минувшей неделе прошел первый этап этих соревнований. С их открытием всех присутствующих поздравил председатель районного совета Григорий Литовко. Уверен, что сегодня победит сильнейший. Уверен, что вы пойдете на краевой этап игр, который пройдет здесь же, у нас в Славянском районе. Я хочу, чтобы вы всегда следовали трем этапам. Это духовности, творчеству и спорту. Около 300 школьников города и района состязались в соревнованиях по дартсу, командным прыжкам на скакалке, а также выявляли сильнейшего в эстафете. Чтобы быть здоровым, не курить, не наркотики принимать, не алкоголь принимать, а нужно вести здоровый образ жизни. Я лично выбираю спорт, потому что это не модно сейчас курить, пить или наркоманить. Это выбор сильных людей, выбор слабых людей, наркотики, алкоголь. А сильные люди занимаются спортом. Главная цель таких спортивных игр – донести до подростков, какой непоправимый вред для здоровья приносят вредные привычки. В то время как спорт дает очень многое – крепкое здоровье, много возможностей и, как результат, успешное будущее. Мы выбираем спорт! Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, программа «События».